LG K990 Hard Reset. Чтобы сделать на нем сброс настроек, попробуем минус и питание. Две клавиши держим долго, пока не загорится экран. Экран загорелся, питание держим, минус держим, секунд 10, ну не знаю, там 15. Если быстро отпустить питание, а минус оставить держать, то включится режим прошивки, свой апгрейд. Загорелось вот такое окно. Это у нас сброс. Значит, сброс, скорее всего, будет сделан автоматически. Повторяю, если быстро бросить питание, а минус продолжить держать, то будет режим прошивки. Ну, в принципе, все, просто дожидаетесь окончания. Если какие-то вопросы задают, типа «да», «нет», соглашаетесь со сбросом. После этого он дольше обычного, 10-15 минут включается, включится чистый, как будто его только купили. Помним, что если Android 5.1 и выше, перед любым сбросом и перед любыми прошивками нужно выйти из учетной записи Google. Ну и важно знать, что этот сброс убирает лишь мелкие косяки, типа забытого графического ключа, каких-то мелких ошибок или чего-то более серьезного, нужна прошивка. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал.